Челябинске мужчина устроил скандал в магазине после того, как его отказались пустить без QR-кода. Посетителя не устроило, что на входе нужно показывать документы о вакцинации. И он вступил в словесную перепалку с персоналом. Вы не пропускаете? Согласны? Мы не пропускаем. Причину назовите. Без QR-кода мы вас Какого не пропускаем. QR-кода? Что такое QR-код? Вообще объясните. Я что, животное? Товар какой-то? Мужчина заявил, что продавцы и охранники не имеют права просить у него персональные данные. Ему предложили сходить в магазин поменьше, где QR-код показывать не надо. Но и такой вариант автору видео не подошел. Я не в ТРК захожу, девушка. Это продуктовый магазин. Здесь продукты первое питание, первой необходимости. Есть маленькие магазины с маленькими квадратами, куда пускают без QR-кода. Я не хочу идти в маленький магазин. Я, может, хочу в этот магазин идти. Вы мне покажите распоряжение губернатора. В итоге посетителю все же показали распоряжение губернатора. Но и тут он нашел подвох. На документе не было подписи. Впрочем, после публикации видео в правительстве пояснили, что это нормально. Мужчине так и не удалось попасть в магазин. Возможно, он последовал советам сотрудников и нашел другое место для покупок. Законом не установлено, что публикуемый нормативно-правовой акт должен содержать подпись должностного лица. Мужчине так и не удалось попасть в магазин. Возможно, он последовал советам сотрудников и нашел другое место для покупок.